В республиканской специальной коррекционной школе-интернате в Якутске ввели урок канистерапии. Учитель начальных классов, дефектолог Любовь Андреева прошла обучение кинологов в Санкт-Петербурге. Оттуда же привезла померсанского шпица по имени Осван. Специально подготовленная собака легко поддается дрессировке. Также наряду с Осваном Любовь Петровна приучила и лабрадора Эльхара. Проект уже дает свои плоды. Ученики начальных классов получают от занятий с собаками большое удовольствие. Канистерапия направлена на решение проблем интеграции и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Такой метод терапии развит в Европе, в России им стали заниматься не так давно. А в Якутии это первый опыт. В будущем педагогический коллектив планирует ввести в рабочий процесс обучения собак-поводырей, так как основной контингент учащихся – это слепые и слабовидящие дети. Я умею делать собака, сидеть, лежать. Танцуй. Собака добрая и хорошая, и умная. Рядом, а под. Тебе нравится, да? Да, мне нравится. Собака поот, да поот. Как зовут собаку? Ему зовут Эльхан.